Дорогие друзья, мои благотворители, сердечно благодарю вас за моральную поддержку и финансовую помощь, связанную с моей болезнью, переломом шейки бедра и операцией по ее замене на имплантант. Хочу обратиться лично к каждому и сказать спасибо. Антону Владимировичу С. К сожалению, банк в переводе денег фамилию указывает только начальной буквой. Кире Александровне К. Нине Георгиевне М. Елене Валентиновне М. Михаилу Сергеевичу Б. Ирине Михайловне Р. Загире Абдулхаковне С. Николаю Владимировичу Л. Владимиру Сергеевичу П. Марии Александровне Р. Владимиру Сергеевичу С. Ольге Борисовне Реневой. Ольге Николаевне Чайкиной, дочери выдающегося музыканта Николая Яковлевича Чайкина, композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Сергею Федоровичу Мещерякову, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, заведующему отделом баян и аккордеон колледжа при Российской Академии Музыки имени Гнесина. Андрею Александровичу Горбачеву, профессору, заведующему кафедрой струнных народных инструментов Российской Академии Музыки имени Гнесина, лауреату международных конкурсов. Владимиру Павловичу Рябцеву, народному артисту России, доценту Государственного музыкально-педагогического института имени Политова Иванова, дирижеру Государственного академического народного ансамбля имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, Шамиле Хасьяновне Чалдаевой, директору детской музыкальной школы номер 5 имени Тулебаева, город Алма-Ата, Казахстан, Александру Анваровичу Виталулину, доценту Российской академии музыки имени Гнесина, кандидату искусствоведения, президенту благотворительного фонда Фридриха Липса, директору международного фестиваля «Баян и баянисты», Борису Михайловичу Егорову, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Российской академии музыки имени Гнесина, почетному академику Русской академии, Фридриху Робертовичу Липсу, народному артисту России, профессору Российской академии музыки имени Гнесина, заведующему кафедрой баяна и аккордеона, художественному руководителю международного фестиваля «Баяны и баянисты», лауреату премии правительства города Москвы, Профессиональному союзу Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского. Были еще поступления из-за рубежа, но, к сожалению, банк информацию о плательщиках-благотворителях не представил. Огромное спасибо за поддержку. Сейчас я восстанавливаюсь, учусь заново ходить, надеюсь, что в ближайшее время вернусь к работе документального кино и буду в Ютубе выкладывать новые ролики начинающих и больших мастеров баяно-аккордеонного искусства. Друзья, 29 августа сего года исполнилось бы 90 лет баянисту Владимиру Владимировичу
Бесфамильнову, выдающемуся музыканту современности, чье творчество оказало влияние на творчество новых поколений. В связи с этой датой на базе собственного архива я сделал новый фильм. Фильм «Эпоха развития баяно-аккордеонного искусства в СССР». Маэстро Владимир Бесфамильнов «Созвездие», в котором приняли участие более 30 выдающихся музыкантов. Ян Табачник, Фридрих Липс, Вячеслав Семенов, Виктор Власов, Юрий Сидоров, Владимир Зубицкий, Татьяна Лукич, Александр Хрустевич, Николай Севрюков и другие. Фильм в 6 частях. Начало. Содружество. Ученики. Конкурсы и фестивали. Авторитет. Покой. Этот фильм будет опубликован на моем аккаунте Анатолий Морозов 29 августа. Желаю всем моим друзьям бережно относиться к своему здоровью и творческого полета. Пусть ваши мечты сбываются.